Все, поехали, смотрим, кто же выиграет, ребята. Я думаю, что выиграет Skibidi Toilet. Не знаю почему, мне так кажется. Hey, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Подлючка, FM Zoom, Гусь, Соняк, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Салам алейкум, братья. Всем привет. И сегодня у нас будет обзор на новых Skibidi туалетов, которые не попали в те ролики. Они очень крутые и классные. Поэтому, если хотите, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем обзор. Так, первый у нас Skibidi Fun Rocket. Я буду в них вселяться и проверять, что они могут. Даже интересно. Это, короче, вентилятор. Уго. У него очень классная анимация, странно очень. Так. А на R. А, он не может стрелять? Да он может стрелять как-то. Он стреляет вообще? Он стреляет? А чё я не... Не, он не стреляет. На R. На R нажимаю. Вот я R нажимаю. Он, наверное, просто бьет. Да, он просто бьет. Все? Это все, что он умеет? Кстати, летит как ракета вверх. Смотрите, как круто. Ну так это же вентилятор, потому что. Ну да, кстати, он вообще не управляется. Кстати, под водой тоже все четко работает. О, это да. Просто трэш. Что за звук воды теперь у нас? А вы досмотрите ролик до конца. В конце мы поставим их как NPC и с ними повоюем. Поэтому обязательно до конца. И поставить лайкосик, подписаться на канал и классный комментарий. И в наш Дискорд тоже заходите. Мы там все каждый день тусуемся. Следующий у нас Skibidi Toilet Arctic Hell. Так, вселяемся. Ого, у него базука, смотрите, пацаны. А ну бабахни. Бум. А ну-ка, поставьте мне автомобиль. Я хочу его разорвать. Мы сейчас будем сразу все тестить, чтобы на следующие рубрики и ролики у нас было все очень классно продумано. Ну-ка. Чё за бред? Эй, машина. А, ты ее дамажишь, ты ее дамажишь. А я слышу этот звук, да. Так, это уже сколько? 5 выстрелов, да? А если я так просто ударю? Стойте поближе. А, ну вот так сразу дамажит. А ну поставь еще раз, я ее просто ударю. Ну-ка. Проверим, с одного раза дамажит или нет. А ну-ка. А, ну-ка, понятно, все очень круто здесь. А что у меня еще? У меня пулемет еще как будто по бокам есть, но он не стреляет ими. А это так, для красоты, наверное. Да? Ого, они высоко прыгают. Ну это, кстати, не так очень высоко, как те. Хорошо, следующий у нас... Skibidi Toilet Claw. Такой прикольный вообще. Очень классно выглядит. Такой ржавый. Прикольный, на колесиках. Ай-яй-яй, я тут катаюсь. Ты видишь, какой скрипит? Да. Я, наверное, не слышал. Ого, а ну дай я тебя подамажу. Ну давай с дальней. А он просто притягивает этим вроде. А я не могу тебя убить, кстати. А, могу. А я тебя могу притянуть? А ну попробуй. Да. Да не, нифига. А может это потому, что искусственный интеллект выключен? Нет, оно все равно все делает как положено. Так я же искусственный интеллект, как это? У меня ничего не выключен. Может, когда они между собой будут воевать, тогда может такое и будет. А может, знаешь, это игнорировать игроков включено? А вот мы в конце ролика и проверим. Мы их поставим, будем проверять. Чтобы дострели до конца, было интересно. А он еще может делать это анимацию на правой кнопке мыши, убийство. А вот я нажимаю правую кнопку мыши, ничего. А, ну тоже, походу, из-за этого. Да я специально не использую все возможности. Так, следующий у нас Skibidi Toilet Glitch. Этот был у нас? Это очень был. А я проверял, видите, тоже запомнили, что он был. Вот этого не было у нас. Или был он тогда, уже не помню. Не-не-не, не был. Их столько много появляется, и все больше и больше. Говорят, что уже есть Skibidi Toilet и зомби. Ну это вообще, да, как-то прикольно будет. Не зомби, а камерамены зомби. А, камерамены зомби, так. А я ничего делать не могу! Не, можешь стрелять там на R вроде. Да я нажимаю R. Ну походу опять из-за того, что игнорировать. А я сейчас включу, а я включу все, и мы проверим сейчас. А давай. А чё я в небе завис? А я медленно приземляюсь. Давай я тебе, Не, все равно не дамажит, пацаны. Очень странно, очень. О, я быстрее приземляюсь. О, хорошо. Так, следующий у нас... Skibidi Toilet Highway. Ого, это прям какой-то танк у нас, The Baelish, просто. Вообще. Четыре базуки, четыре. Не, отдельной красоты, представьте. А что за прикол? А ну поставьте машину, попробую машину жахнуть. А ну давай.
А ну-ка, отойдем. Просто когда я прицелюсь, я не вижу саму, как я урона ношу. А чё нифига? Опять, да, короче, плохо дамажит машины, да, как-то оно? Да, ракеты слабые. Получается, просто оно его не взрывает, эти машины, оно просто как бы наносит урон, но до взрыва до самого не доходит. Хотя с такой базуки оно должно фигачить, блин, просто жесть, как он, вот, смотрите, просто разлетается. Так, хорошо. Следующий у нас Скуби-Ди-Туалет Хелли. Ха-ха, так прикольно, песенка поет свою. Ускорено немножечко. А, просто дамажит, да, так? Ой, Р нажал. Офигеть! Ребят, ну это точно попадет у нас в следующий ролик. Он серит, короче. А я Эр жму постоянно, он взлетает и выше все. Нормально. Офигеть. Но она не дамажит вас эти взрывы или нет? Нет, вроде. А да уж, но. Да, не дамажит. Это как будто, да, как будто для красоты. Не дамажили, я проверял. Ну вот сейчас мы все и будем проверять. Хорошо. Следующий у нас. Скибиди туалет. Так, гидра у нас был, да, в тех роликах? Да, потому что они там похожи есть между собой. Вот этого не было. Это у нас Скибиди туалет. Октопус. Странное название. Паучок чисто такой. О, гон здоровый. Это спрут, да, этот. А я когда иду, звук идет, слушайте. Да, скибери. Ха-ха-ха, прикольно. Так что он, наверное, делает? Танцует. Не, ничего не делает. Просто бьет. Ай. Ого, я на большом... А ну, стой, на большом расстоянии попробую ударить. Не подходите ко мне, не подходи. Подходи. Я не вытягиваю, наверное. Нет, прям сильно далеко не. Капец, ты большой. Ты сильно большой, да, пацаны? Да, очень. Так, хорошо, поехали дальше. У нас следующий. Так, Скибиди Рокет был. Да, вот, да. Скибиди Туалет Сайлент. Чинкс. Я думал, он какой-то ржавый. Ну да, он такой какой-то паршапанный весь. Ха-ха-ха, паршапанный. Не, буду чикать всех. Ого. Что, на далеко его щупальца бьет, да, я вижу? Да. Он тоже хукает, но что-то не работает. Хорошо, давайте следующий у нас. Скибиди туалет Sunglasses. Это в очках, которые уже противо телевизора головых. Икс, поехали. Он такой какой-то скучный. Ну, просто обычный, просто очки. Двоих сразу, пацаны, угадал. Так, ну что, это все у нас, да, которые мы... А, нет, вот еще. Вот этого мы смотрели тогда, я уже не помню. Ну, нет. Этого не смотрели, это тоже новенькое что-то. Текс. Так, наверное, английскую ничего не делает. Пацаны, а когда я вот сейчас их всех поставлю, как мы будем выживать? Не знаю, как-то. Зато у него есть звук смывания, когда он его убивает. Давай я возьму. Не, все. Усунек, ты что забыл, что самый первый это админский пистолет? Да-да, так, а стиралку мы тогда тоже, да, обзор делали или не делали нам на стиральную? Скибиди туалет вейш машин. Стиральная машинка. А, давайте посмотрим, что она умеет. А ничего не умеет. Да не, просто убивает. Ну просто, ну так просто убивает. Так, ребята, как и договаривались, мы сейчас поставим всех скибиди туалет и будем выживать. Мне кажется, это будет очень жестко. Очень. Так, это был. Вот этот вот у нас. Вот этот бомбочки бросает. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, надеюсь, вы уже влепили лайкосик и подписались, потому что мы стараемся записывать ролики каждый день. Они между собой драться не будут. Это да. О, можем им поставить камерамена какого-то мощного. И посмотри, как они его будут лупашить. Ну чё, вы готовы? Я им включаю искусственный интеллект. А ну. Пока мне игнорировать игроков, они тут танцы устраивают. Ну все, пацаны, прощайте. Мгновенная смерть. Просто, смотрите, что творит. Ой, взрывы на все убивает. И бомбочки все убивают. Ого, и пулеметы. Видите, у них все работает, а у нас как-то не работало все. Так что, ребята, кто досмотрел до этого момента ролик, вы красавчики. Вы попали на самые эпичные кадры этого ролика. Ого, я головой в стенку врезался. Эпические кадры, просто. Нифига себе! Так, пока я лежу мертвый, мы сейчас с ним сделаем небольшой сюрприз. Ребята, если этот ролик наберет 5000 лайков, мы сразу снимаем
новых камераменов. Весь этот раздел, тут очень много новых и классных. Давайте пока поставим какого-то новенького против них. Что, они там будут воевать они между собой? Так, машина поехала. Ой-ой-ой-ой, неплохо они его гасят. Так, а куда он уехал? Ой, меня убил, блин. Хорошо, сейчас еще один сделаю сюрприз. А как жить? Так. Они его мгновенно, да, убили? Да. Вообще психи, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, хорошо, давайте мы еще поставим вот такого вот. А, это маленький, мне кажется, они вообще просто разотрут. О! Светофоромен. Ну, я не знаю, может, он не так немножко называется? Да потом, как он называется? Трафи... Да, светофоромен. Ого, он их гасит. Смотрите, что делается. Ну, я так понимаю, что на обычное оружие против них использовать никакого смысла нет. Только админским пистолетом, разве что. Пока так можно будет убивать их. Смотрите, что он делает. Он того убил. Так, давай, давай, давай. Я в тебя верю. Ребята, напишите в комментах. А, все, можете не писать в комментах. Мы уже увидели, кто выиграл. Странно, какой-то он умер. Какая-то штука торчит у него. А! Ты задрал, кто-то стреляет по мне. А, я вижу, кто еще. Это давайте, сейчас давайте поставим. Вы задрали, монстры вонючие. О! Погнал, погнал. Так, не за мной, не за мной. Давай, защищай меня, защищай. Ох, ты с одного удара вырубил. Да ладно. Давайте еще раз поставим сейчас скибидитулет какой-то мощный. И все-таки проверим эту битву эпическую. Давайте вот это вот поставим. Ну че, давай. А куда ж ты бежишь? Вот он. Ногой, ногой. Давай, давай. Блин, он очень мощный. Мне кажется, напрашивается рубрика сделать просто построить аренду. Аренду. Ха-ха, у вас есть мод на постройку карт. Мы можем на карте построить классную арену и сделать там битву. Да, пацаны? Да. Кстати, все эти моды посоветовал Гусанёк. Поэтому все пишите Гусанёк. Поэтому... Ой, Гусанёк молодец. Так, давай, дерись. Будь мужиком. Да не со мной. Все, ребята, пишите в комментах, кто сейчас выиграет. Скибиди-туалет или камерамен? Вы что, вообще никак не встретитесь? У вас тут свидание вам устроит? Они друзья. Все, поехали, смотрим, кто же выиграет, ребята. Я думаю, что выиграет скибиди-туалет. Не знаю почему, мне так кажется. Давай, давай, наваливай. Камерамен выиграл. Ну, видишь, тебе казалось, а я знал. Это было эпично. Это было круто. Тут трупы лежат. Короче, сейчас после ролика будем, ребята, убираться здесь еще. Кстати, он умер, а у него светофор до сих пор работает. Да и пусть работает. Прикольно. Хоть рассмотрим его вблизи. Смотрите, как все ржавое здесь. Если понравилась эта серия и эта рубрика, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, а всем отличного настроения и всем пока. Все, карту мы почистили, как и обещали. Да, вот этим вот способом.